Мошенники не могут завладеть чужой квартирой на госуслугах. На портале нет функционала, позволяющего купить или продать недвижимость. По данным Минцифры, можно только подать заявление в Росреестр на регистрацию права собственности. Заявление подписывается в приложении «Госключ». Решение о регистрации недвижимости принимает Росреестр после тщательной проверки оснований. Подделать электронную подпись в приложении «Госключ» или воспользоваться чужой подписью невозможно. Воспользоваться «Госключом» может только владелец электронной подписи на своем устройстве, информирует телеграм-канал городской администрации «Вести» с Дворянской. Жителей Самарской области предупреждают о наказании за проникновение на военные объекты. Правоохранители просят граждан не нарушать пропускной режим, обращать внимание на ограничительные знаки запрещенных для посещения зон войсковых частей и быть внимательнее при сокращении пути следования или во время прогулок по незнакомым местам. За самовольное проникновение на охраняемые объекты вооруженных сил предусмотрен штраф от 75 до 200 тысяч рублей, передает телеграм-канал Октябрьского района. Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки обращается в своем телеграм-канале к любителям потрудиться летом на даче. Длительная работа на участках в жаркие дни, особенно с опущенной вниз головой, недопустима. Это может привести к тяжелым, а иногда и угрожающим жизни последствиям. Чтобы дача приносила только радость, не выходите на участок в самые жаркие часы. Делайте перерывы в работе каждые 30 минут. Используйте специальную скамеечку для садовых работ. Пейте воду. Следите за своим самочувствием.